Здравствуйте, уважаемые друзья! Не могу утверждать, что это здание является самой главной достопримечательностью нашего поселка. Это гостиница «Старая мельница». Вот здесь находится ее стоянка. Также здесь есть музей хлеба и вина. Сама мельница. Здесь расположены две пушки, также кареты и какой-то монумент. Мы видим вход в гостиницу. Также здесь есть океанариум. Вход в океанариум изображен вот таким интересным способом. Вот, пожалуйста, вход в гостиницу. Сейчас гостиница не работает. Дальше расположено кафе. Вот вам, пожалуйста. А это крест от липовой спирки. Самая главная достопримечательность – архиповые спорки. Вот, пожалуйста, почитайте, о чем это достопримечательность. С обратной стороны этого креста находится вот такая надпись. Еще несколько фотографий из креста. Сейчас мы подойдем поближе и рассмотрим. Вот это первая табличка, которую вы уже только что прочитали. Отсюда открывается шикарный вид на пляж и гостиницы архипосполки. За этим крестом находится нынешняя погранзастава.